usually better survival. If you stock it into places that already have walleye, you get less survival because the walleye prey on them as well. So that and other predators. Да, но например такой вопрос: если их запускают все самые озера, где никогда не было сухаря, у них, конечно, выживаемость будет уже больше. Нет, здесь управляемая территория, да. Знаешь, какие площади, это пруды, это не озера. Понятно, с прудами было, с озерами это миллион проблем. А пруды, ты точно знаешь, какая там кормовая база, какая площадь. То есть, если вы это знаете, вот вам уже Асад сказал, да, это уже эти. Это 40% на 5, извините, таких процентов не может быть, куда мы начали. 40% на 5 сантиметров. 50%. And not really any other pathogens. Опасность заболеваний. Вот какое-то одно заболевание его очень редко встречается. Так или иначе существуют те или иные заболевания, но вот использование вот этого йода и поддержание вот этой санитарных условий, для этого значит полезно. И они, как правило, просто не. Чем быстрее дорабатывают такие болезни? How do you Veterinary exams them. Yes. У ветеринара их проверяют. But how was it? Standard cell culture techniques. They collect normally kidney and spleen, and they make cell cultures and see what. No. How was it? We've never had to treat it. Они никак. Normally, by the time that we see a disease problem, it's right at the end, near harvest time. We do the disease sampling to document the health conditions, but we don't treat it. Нет, они просто, если они видят, что уже заболел, они уже в конце, они просто составляют протокол, пишут, отмечают все. Disease isn't a problem with walleyes. Ну, то есть с судаком практически нет никаких проблем, это крайне. Можно еще общий вопрос? Да. Когда там пресно или минерализованно, салангана? Мичиган. Michigan is absolutely fresh water, or it has some minerals. Absolutely, yes. Yes, no. These are just some examples of transport units that we use for moving fingerlings around. They range from 800 liter to this one here is 8,000 liter capacity. They have aeration pumps. Also oxygen injection to maintain life support. Вот различные танки для перевозки от 800 литров до 8000, и у них там есть баллоны с кислородом, чтобы поддерживать жизнеобеспечение. Бак заполняется полностью или остается пространство? You fill the tank in full or you leave some space? Both tanks. Do you have any industrial treatment of this fish? Do you process this fish? No, these fish are all stocked for conservation purposes. Нет, это только для консервации. Yes, только в your area, do you have a fish treatment factory? Yes, we do. We have no commercial fisheries for walleye and Michigan waters as good as that. So the Canadian side has commercial fisheries for walleye, but on our side. It's all for sport fishing. В Мичигане нету
на канадской стороне, под Мичиган, да, на канадской стороне Великих озер, да, у них есть рукомоторный завод. А с американской стороны только для консервации. Какой спрос на рынке или сюда как по отношению к стране рыба? What is the demand for fish? It's probably one of the most highly desired sport fish. No, for eat. It's in high demand, yeah. Mm-hmm. Everybody who catches them eats them. Очень большой, увеличивающийся спрос. В каком виде? Консервы или... Нет, это не нужно. Тут важно то, что речь идет о том, что судак, он для спортивной рыбалки. То есть коммерческое производство, чтобы там в магазинах продавать, да, и его не делают. Нет, но которые вот спортивная рыбалка, они же его едят. А, ну да, но это рыбалки, да. Там просто... Нет, вот они увеличили как раз покупку лицензий. Вот, в Мичигане, как раз вот именно для спортивного. Я понимаю, а вопрос в чем? То есть вы имеете в виду вот именно как индивидуальная, да, спортивная рыбалка? Или вы имеете в виду магазины? А магазинов нет. Магазины не продают, они это только индивидуальная рыбалка спортивная. Слишком большой вообще не продают. Нет, продают, продают, но это сам, но рыбалка. How American consumers get walleye in the Russians? They can buy walleye from Canadian commercial fisheries, or they can catch them recreationally. Значит, то рыба, которая поступает в магазины в Америке, это или канат, или поступает с канаты, или которые они сами ловят на улице. Видите, что американцы они металлические ловить и потом сайт или там потом ловят. Они даже тут запускают и выпускают чисто рыбу. What's the price for walleye? The last time I saw it was like $13 a pound. $13 a pound. $25 a kilogram. Это просто рыба. Это рыба. Филе. Да. So yesterday we went on a tour of Oscott's hatchery to look at the potential for walleye production there. Вчера у нас был тур, мы посмотрели на то, где мы сможем сотрудничать дальше. The good news is there appears to be a lot of potential there for walleye. Хорошая новость это то, что потрясающий потенциал, очень хороший. There's a water supply, there's an experienced hatchery. Водоснабжение, квалифицированный персонал. Some of the ponds would be very suitable for walleye production with a minimal amount of effort. Многие пруды готовы уже для продукции судака, при этом надо приложить очень немного усилий. So we looked at the water supply and the tank space that was available there, and with some investment of equipment, we probably could produce 14 million fry. Они посмотрели, немножко рассчитали с условием всех условий, тем водоснабжением, то, что мы видели, это небольшой расчет, получилось, что могут они достигать мощности 14,5 миллиона личинок. А ограничивающий фактор – это размер. Так, при этом технология. Да. Вот их short they use for achieve this amount. I recommend the technique that I'm describing here at SART, and it may need to be adjusted or changed a little bit to match the conditions. Все, что он говорил, немного с очень небольшими изменениями, которые... То есть по его технологии здесь... Да. I think this process will work for Brazil.
So we looked at some of the ponds, and some of the ponds in Chile are really, really too big for walleye production, but... Некоторые, правда, пруды в Чили здесь слишком большие для продукции судака. So we've estimated there's a little over maybe 80 hectares of available pond space that could be used. То есть то, что оценили во время вчерашней экскурсии, достаточно для работы над судаком, это будет примерно 205 акров. So assuming, you know, successful culture techniques and successful pond production, those ponds could produce between 5 and 8 million, 50 millimeter hectares. Ну, с учетом того, что работа будет очень эффективная, можно достичь от 5 до 8,2 миллиона мальков. I'll add one qualifier here as we get close to closing. Pond production of walleye is historically, notoriously varied. You can have, on a good year, you might get an 8% return on your fried fingerling. On a bad year, you might have a failure. So you have to be willing to accept that it's not constant, stable production like you might be used to in a trout. Но перед тем, как начинать свою работу, вы должны очень хорошо себе объяснить, что продуктивность не является величиной постоянной. И бывают хорошие годы, бывают плохие годы. Вы можете начинать с плохих годов, но это вовсе не значит, что вы сделали что-то такое не так. То есть вариация может быть очень хорошо. Это производство от судака. Не только судака. Ну и другое. Да. This production is based on our experience, and we've been raising walleyes for 50 years. So we've got our process down pretty well, I think. But there's still wild cards like weather that can affect pond production. So if you go into a walleye program, you have to go into it knowing that it's going to be variable, and early on you're going to have some failure. Эти цифры основаны на их опыте, но у них опыт уже 15 лет, уже были пробы метода и ошибок и так далее, и вот они достигли таких же результатов. И не надо забывать, что есть вещи, которые совершенно не контролируются, как, например, погода. Как организована охрана и защита от воябельных птиц? How you protect all this process from birds? Birds are a problem in a lot of places. Птицы это очень большая проблема. Some of these hatcheries have netting over the ponds, but most don't. На некоторых есть покрывало, но больно очень сильно. Some of these ponds are fairly deep as well, as much as 3 meters. Некоторые пруды очень большие, но so the walleye tend to stay in the lower part of the water column, so predatory birds are less of a problem as long as the pond is deep. Судак старается опускаться как можно ниже, а хищные птицы все-таки ловят вверх. Do you use any sound? We have used cannons. We also shoot birds with no problems with that. So that's it for me. I'm leaving my contact information if there's anything that I can help people with in the future. The best way to get a hold of me is my email address. I'm happy to answer any questions either now, today, or if something occurs to you in the future. I'm going to leave all this information in Kazakhstan, so if you want to use any of it for reference, it will be available. So, thank you. Все, что он хотел сказать, что он сказал, вся его контактная информация, вся информация, которая была доложена, остается в Казахстане.
Если вы хотите цитировать, пожалуйста. Если вы хотите использовать все эти данные, пожалуйста, все эти данные ваши. Он еще будет здесь. Может, может скопировать все, что угодно, может Спасибо. Спасибо, было очень интересно. Thank you, it was very interesting. Так, я прошу, минутку. Сейчас у нас по судоку мы закончили. По судоку закончили. Просто у вас были вопросы по терапии. У нас профессор университет тоже были большой опыт работы по терапии. Если у вас вопросы тоже будут, может быть, сейчас у нас через 40 минут здесь фуршет будет отдельно. В процессе можно разговаривать. Или я так понял, еще будет на презентации? Yes. И я еще раз смотрю. Я хотел сказать большое спасибо американской делегации, Жену, что так интересно рассказал о американском опыте, 15-летнем американском опыте. Thanks very much for extremely interesting information. It was a description of the 15 years experience in this extremely important area. So, просто когда в марте приехала делегация с Америки, Юханес, Бренда, Галлен и другие, они посмотрели хозяйство и просто спросили, какая помощь нужна с американской стороны? Я просто сказал, что у нас самая проблема это сюда. Но не так мы можем пройти к производственному процессу. In March, when the first delegation came here, asked, please help us with walleye, because we have a lot of problems with this fish. Я посетил, в моей миссии посетил хозяйство, как раз именно в процессе, когда шла инкубация, когда она была личинка, сам это все видел. In May, Асхат visited us and he saw exactly what it was demonstrated today by himself during the whole process. И с учетом того, что правильно сказал Дарбек Данимович, что у нас в регионе остановился как судака, и постоянно стоит из года в год вопрос лимитов, соответственно, рабочих мест, потому что лимиты все время сокращают, рабочих сокращают, бизнесмены деньги вложили в заводы, сейчас все подгорают, и поэтому для нас очень важно, чтобы мы от заявления КАПа, Амура, там, Костоводрика, перешли в том числе к заявлению судака. As people from the ministry told, they have a very big problems with fisheries right now in Kazakhstan, and it's important to raise the fish, and it will create a new job, a new position. Поэтому мы сейчас начинаем продолжаться. So he is sure that our cooperation will continue. Очень большая просьба. Американская делегация, это весной следующего года, помочь нам сделать практический проект по получению судака и инкубации на нашем хозяйстве. And he asks very much for the American delegation to help them next spring to do real job, to do some real land project to create the same. Мы были тоже подготовились, если бы заранее сейчас... Of course, they will prepare from their side. Создали бы рабочую группу. They will create working groups. Институтного хозяйства, Казахского национального университета, потом пригласили бы аграрный университет со Астаны, то есть тоже людей, кто преподает. They want to invite people from different agencies of Kazakhstan, governmental academies. Со всеми хозяевами заводов я уже переговорился, готовы профинансировать. He already talked to directors of many fisheries. По крайней мере, заказ
заказ, чтобы выкупить и залиться. At least first step. Адрбек Владимирович, я думаю, в комитете положится председателя комитета. The president of the Ministry of Fisheries will be informed about what we were talking today. Я думаю, ребята Розенович тоже заедет. В Белинске тоже мы перейдем, с министром переговорим. И, в принципе, законодательная база, она у нас готова, эти вопросы нужно практически уже сделать. So now we have most of the paperwork, but now we should move to practice. У нас опыт транспортировки маяков карпа, форели есть около 1000 километров. They have a very good experience in transportation of carp to more than 1000. So everything is ready for только у нас то, что сегодня показали, для нас для многих, потому что 99% следующего выступа было на улице. Most of what we presented was produced for many people in the industry that have a year to prepare. Спасибо большое. Может быть, Ляпи его просто слушает? Ляпи, он по презентации не готов? Нет, просто. Это он может...